Необычный интересный рецепт. Вкусный омлет. Завтрак на скорую руку. Отлично подойдет как быстрый завтрак, так и перекус. Нарезаю огурец. Помидор. Сыр. В миску разбиваю 2 яйца, солю, перчу по вкусу и перемешиваю венчиком. На разогретую сковороду на небольшом огне кладу немножко топленого масла. Выкладываю сыр. Выливаю яйца. Обмакиваю в яйца и выкладываю на сыр 2 ломтика хлеба. Накрываю крышкой и жарю примерно пару минут. На хлеб кладу огурцы, помидоры, сыр, и заворачиваю. Переворачиваю на обратную сторону и держу на огне до золотистой корочки. Вот как-то так, легко, просто и очень быстро можно приготовить вкусный омлет на завтрак, а также перекус. Кому понравилось видео, пальчик вверх. Оставляйте комментарии, подпишитесь, кто не подписан. Всем пока и до новых встреч!